объяснительное. А что будет за эту идентификацию, если вы первыми правильно поймете, какое слово нам объясняют наши друзья из Минской службы МЧС? МЧС города Минск. Пригласительное у нас есть. Всего да. одно слово, и тысяча и одна ночь будет вас ждать балет, который состоится уже совсем скоро, 7 февраля, на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. Угу. В компании приятно сходите на эту постановку и посмотрите. Но для того, чтобы заполучить, внимательно слушайте объяснение. На 9240 присылайте смс-ку. Окажетесь первым правильно разгадавшим нужное слово, получите от нас телефонный звонок с дополнительными вариантами ответов. Ну, а там будем уже сражаться непосредственно за сам пригласительный. А балет, кстати, интересный, про восточных красавиц, про одну так точно, красавицу, которая каждую ночь занимается... И на это надо паузу. Хорошо, да. Интрига. Повесим интригу. Так вот, 9240, что же это за слово? Включай объяснение. Бывают наземные и подземные. Для удобства его поиска на стене зданий устанавливаются указатели. Стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды. Он прячется под люком. Устройство для подачи воды из земли через пожарную колонку. Кто первым изобрел наземный, так и неизвестно. Зато точно известен изобретатель подземного, русский инженер Зимин. Он также разработал конструкцию самого распространенного, который до сих пор используется практически во всех наших городах. Что под землей нашел Николай Петрович Зимин по указателям во всех наших городах? Из сферы деятельности спасателей. Это очень интересно. Что же это? 9240. Ждем ваши варианты ответа. Радио Минск. Пояснительное. А вторая часть рубрики «Объяснительная» – это рубрика «Пояснительная». Мы включали запись того, как наши друзья, спасатели минские, объясняют слово, связанное с их профессией. И вот наш слушатель Дмитрий первым прислал правильный ответ. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Дмитрий, скажите, в пути сейчас находитесь? Ну, уже завершил свой путь. Как удалось преодолеть? В пробках не стояли? Ну, немножко пришлось постоять, и это и позволило отправить смс-ку. Угу. Ну, нет худа без добра, как говорится. Давайте еще раз послушаем объяснение, ну, а потом вы дадите правильный ответ. Включаю объяснение. Бывают наземные и подземные. Для удобства его поиска на стене зданий устанавливаются указатели. Стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды. Он прячется под люком. Устройство для подачи воды из земли через пожарную колонку. Кто первым изобрел наземный, так и неизвестно. Зато точно известен изобретатель подземного, русский инженер Зимин. Он также разработал конструкцию самого распространенного, который до сих пор используется практически во всех наших городах. Дмитрий, что это за слово? Это гидрант. Верно, совершенно верно. Мы вам зададим дополнительный вопрос, он больше развлекательного характера, потому что довольно простой, с вариантами ответов. Но музыкальный. Но музыкальный. И тоже о спасателях, о пожарной безопасности. Ответ на этот вопрос принесет вам пригласительный на балет «Тысяча одна ночь». Давно на балете бывали? Очень давно. Ну, вот будет возможность сходить и освежить, так сказать, в памяти, как это все действие на сцене происходит. Дмитрий, скажите, каким огненным трюком известен всему миру, ну, помимо своих музыкальных способностей, Джимми Хендрикс. Три варианта ответов. Он поджег свою гитару, он поджег волосы басисту, он поджег море синее. Ну, насколько мне известно, это была гитара. Совершенно верно, мы вас поздравляем. Действительно, на Вудстоке, это один из трюков, поджег свою гитару. Ну, конечно. Но басист все равно боялся. Басист не подходил близко к нему. Даже, по-моему, у вас небольшой стишок был на этот счет. Да, он жег Фендер Стратокастер, Джимми Хендрикс в этом мастер. Да, раз, два, три, кликнул елочка гори. Спасибо, что слушаете нас внимательно. Дмитрий, пригласительный ваш, оставайтесь на линии, я расскажу, как его забрать.